сегодня ты как-то не поддерживал. Ну, потому надо что... было идти до конца. До какого конца? Она уехала с мужчиной на свидание, она с ним весь вечер флиртовала. А она тебе не пришло в голову, она что она это сделала для того, чтобы... Видишь, она же все равно говорит, что она тебя любит до сих пор. И Артем, возможно, сейчас он, ну... Как бы, да, у тебя позлит, но не факт, что она с ним будет. Пусть она хоть с ним потрахается, Андрей, без разницы. Пусть хоть переспит с ним, без разницы. Когда она с ним переспит? Ты же с ума сойдешь, Жень. Нет. Тебя накроет. Мне гораздо легче. Вот она сейчас... Вот запомни этот день, эту минуту. Ты думаешь, мне сейчас больно? Да я ее отпустил. Я этого человека никогда в своей жизни не приму. После того, что она сделала. Значит, ты ее не любил, Жень. Невозможно так взять и отпустить. Да не любил, блин. Андрей, ну давай по факту. Здесь была проектная история со стороны Ромашова. Потому что ты вчера ему предлагал. Свадьбу, не свадьбу. Ну и мне будет легче, если Костиночка уйдет сама с проекта. Я такого не говорил. А не пора тебе, красавчика, Дим, успокойся. Что они делают? Нет, подожди. Игорь, на Артем, не хотите? Ты садись, иди отсюда. Успокойся, господи. О, господи. Мы плавно переходим в ночной эфир. Ну, хватит, Крис. Ну, отпусти. Все, угомонись. Отпусти. Угомонись, ты. Угомонись, говорю, сказал. Угомонись. Дурья башка. Иди своего нового парня и ко мне не подходи нахрен больше никогда. Давай, Артем, забери ее, пожалуйста. Не, не надо царапать. Это отвратительно. Артем, прояви волю, пожалуйста. Спасибо. Хватит так уже наколоть. Спасибо. Двоечек, троечек, давай, дети, посиди. Возьми свою вакансию. Возьму обязательно. Вы теперь соревнуетесь, кто кому больнее. Нет. Вам потом будет стыдно. Да нет, не будет. Обоим будет стыдно. Мне будет стыдно только перед матерью. Я вчера... Артему сказала, что... Я в скором времени уйду с проекта. Я не собираюсь унижаться и здесь быть и какой-то истеричкой, там, хабалкой, там, вот кидаться, так, потому что, блин, я эмоциональная, я не хочу, Андрей, здесь быть. Я понимаю, что я не буду ни с кем, ни с Артемом, ни с кем-то другим, ни с Женей. Я хочу уйти сегодня. Это эмоции? Нет. Это истерика, нет, Кристина? Нет, Артем знает. Артем, ну скажи, Кристина, что я тебе сейчас... Нет, я ему скажу, что вчера без камеры, Андрей, я не хочу здесь быть. Я понимаю, почему здесь Артем? Есть сейчас ты и я. Я ему вчера сказала без камеры, не хочу здесь быть, я в скором времени уйду, не хочу здесь быть. Сказала и сказала. Все, что я слышу, это сейчас истерика. Я не хочу с ним быть, это конченый. Он хороший парень, но у меня не вызывает эмоций, я не хочу здесь быть. Белая была из корницы, то, что это работало на вебкам. Ему такие нужны. Ты с ней общалась хорошо до этого. Ну я по факту говорю. Я по факту говорю. Работала, работала. В чем я ее... Вот твой предатель, когда ты нормально с человеком общаешься, ты не видишь, что он на месте парафинишь. Это лицемерие очередной раз. Просто, Кристина, я говорю по факту. Нет, нет, не заигралась. Заигрался ты, когда говорил. Только дурак. Нет, стрелки перевести. Нет, 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 заигрался ты, когда... Когда этого парня юзала, всем было понятно, для чего это делается, чтобы вывести Женю на ревность. Нет, ты доигралась. Нет.